Всем привет, дорогие друзья, с вами Фликер, и вы находитесь на игровом канале Mobile Gamer. И сегодня мы продолжаем проходить игру Dead Effect 2. Итак, сейчас нам нужно подойти к донате. К донейте. Как хотите, так и называйте эту красотку. Короче, она хочет... Короче, у меня снова повысился уровень, и мне нужно что-то еще себе апгрейдить. Вот здесь много очень различных у нас функций есть. Вот давайте, кстати, бег, что ли? Спринт. Давайте его. Апгрейд. Я так полагаю, она помогает быстрее восстанавливать здоровье, когда мы находимся вот в этой кабинке регенерации. Так, это я не знаю, что такое. Так, Weapon Ability. Ну, давайте вот апгрейдим тоже. Next mission. Damn. What do we need there? Wagner's research data. We need it badly. Мы должны быть плохими мальчиками. Oh, you're best. Ладно, короче, красотки, я бы с радостью с тобой поговорил, но... Да, не о чем со мной говорить. Надо просто приступать к следующей миссии. Это уже у нас 9-я миссия. Ну, давайте посмотрим, что нас там ждет. Снова предлагает купить... Патроны. Ну, патроны мне не нужны, у меня куча в инвентаре различных паков и аптечка в том числе, поэтому использовать пока их не буду. Так, лаборатория Ванглера какого-то. Или Вагнера. Да, Вагнера. Найти лабораторию Вагнера. Ух ты. Ух, ё, чё это такое? Странная штука. Не трогай это. Что-то опасная фигня какая-то. Это может быть очень опасно. Ай, фак. Тише, тише, красотка. Мне просто бабки нужны были. Нифига себе. Зомбаков сюда телепортируют. Это интересно. Так. Давайте хакать будем. Есть. Но прежде чем открывать, я хочу посмотреть, что у нас здесь есть. Эй, я хочу туда зайти. What the fuck? Так, что тут у нас? Все на английском. Переводить очень много времени может занять. Так, может у нас здесь где-то есть заход на ту лестницу? Ладно. Давайте все-таки откроем. Ух ты, ё! Тише, тише. Так, сейчас начнут зомбаки, короче, падать. Это прям, блин, как в Терминаторе. Ну
Что с вами-то делать? Так. Ага, все вижу. Прикладываем пальчик. И идем дальше. Давай, давай, вылази. Как вылез, так и исчез. Ага, вот как раз мы и нашли. О, fucking shit. Черт. Опасные эти штуки. Ну, пока враги не такие сильные, тут попадаются в основном обычные зомби, и мы их разносим просто в сухую. Дверь заблокирована. Так, давайте хакать. Снова нужно включить математика. Неплохо. Вау! Ух ты! А куда я исчез? Так, давайте аптечку возьмем. Хоу! Я-то думал, миссия закончилась, а у нас сразу дальше продолжение. О, черт! Фак! Ага, сейчас эти все зомби будут оживать, короче. Это прям реал турнемент какой-то, мать его. Давайте, давайте. Куда мне валить-то? Ух ты, ё! Черт. Так, нужно найти главный холл. Так. Ну-ка, давайте попробуем сюда. Прям интересно становится, прям непредсказуемая развязка какая-то тут. Мы телепортировались вообще в какое-то непонятное место. Так, кристаллы. Спать, я сказал.
Ох, чувствуется, здесь еще что-то будет интересное, друзья. Так, где я еще не был? Так. Телепорты везде активировались. Ну, давайте, может, сюда попробуем. А. Ага, еще лучше, да. Да идите вы в задницу. Очень интересная миссия, прям захватывает. Черт, я бабки забыл. А можно вернуться? Мне бабки нужны. Так, здесь у нас ничего не активно. Ну, пока это такое рубилово сейчас просто идет. Слушайте-ка, я хочу отсюда свалить. Вы задолбали уже отовсюду браться. Да, телепорт активирован. А, блин, где я в прошлый раз-то был? Ох, друзья, если я буду пересматривать видео, я по-любому косяки свои найду. Что-то я вообще запутался. Ну, активирован телепорт и... Да, знаю, что надо быть осторожным. Так, ну, я любитель лезть на рожон. Мне тут некогда с вами сиськи мять. О, мы даже карточку какую-то нашли. Да, вас успею завалить. Давайте вы сначала все оживайте. А я вас уже буду потихонечку. Мне вот тебя интересно. Ух ты, ёл. О, чё-то я зря, да. Друзья, я погорячился. Зря я так быстро пришел. Ё-моё, вот это мясорубка сейчас будет. Эпическая музыка, как всегда. Телефон накалился просто в хлам. Не знаю, выдержит ли он до конца эту миссию. Блин. Куда-то не туда я побежал. Мне музыка прям такая эпичная, чем-то напоминает «Звездные войны».
Там, та-да-дам, там-там. И снова мы куда-то телепортируемся. Ну что теперь нас ждет? Ага. Они, походу, ждут, когда у меня патроны все нафиг закончатся. Что это было? Сзади никого нет. Это радует, а то они обычно любят появляться вообще неведомо откуда. О, черт! Вы видели, он куда-то вообще взял и улетел. Телепорт активирован. У нас еще два остались. То есть вот здесь вот у нас нету, а здесь у нас телепорты остались. Ну давайте посмотрим, что нас там ждет дальше. Я-то думал, эта миссия такая быстрая будет. А тут нифига, нифига. И чё, я переместился еще раз туда же. Последний. Типа попробуй последний. Но мне кажется, они в конце просто какого-то босса мне сбросят. И там уже как хочешь, так и разбирайся. Фак. А на войне, как на войне. Смотрите, они падают. Так. Воу-воу-воу-воу-воу. Последний телепорт активирован. Ну, я надеюсь, я вернусь обратно и... Я же хочу все-таки вернуться в итоге на землю и... К маме своей. Ну ладно. Возвращаемся. Твою дивизию. Так. Я все понимаю. Но мне нужно другое оружие. Сейчас, погодите, я перезаряжусь. И мы с вами обязательно сыграем в жмурки. Кто быстрее зажмурится. Опа. И ты зажмурился. Да, мы играем в жмурки, а не в обнимашки. Нефиг на меня прыгать. Снова эпическая музыка. Они когда-нибудь кончатся? Я уже устал перемещаться. Так, вот эту... Вот здесь я еще не был. Так, найди дата-терминал. Ну давай, давай, попробуем найти. Я бы, конечно, обшарил это все помещение, потому что мне интересно, может здесь где-нибудь еще бабосики есть. Такая тишина, никого нету, прям пугает. Чувствуется, что здесь что-то сейчас эпическое будет просто проходить. Найди, но я не буду сейчас искать пока. Я пробегусь, посмотрю, что здесь у нас есть. А у нас здесь есть патроны, и я чувствую, что сейчас где-то здесь будет босс.
Да. Я думаю, что сейчас будет босс. Прям вот чувствую, чувствую, друзья. Дай-ка я сначала вот эту карточку возьму. По-любому там на английском просто предупреждение. Чувак, сейчас тебе не поздоровится. Так, у нас что-то загружается. Системная ошибка. Упс. Фак. Ага, ты еще будешь исчезать и появляться вообще в неизвестных местах? Ух ты! Ты полегче, мужик! Так, вот это я не ожидал. Почему ты не стреляешь, твою мать? Ах ты тварь! Полегче, полегче, полегче. Какого фига ты не стреляешь, блин? Понятно, короче, мне нужно ближе к нему подбираться. Черт! Фак. Да. Вы видели? Я не могу, короче, находясь далеко, в него стрелять. Придется мне подбираться поближе. Так, так, так. У-у-у, полегче, полегче, мужик. Я знаю, ты меня хочешь убить. О-о-о, полегче. Валим, валим, друзья, блин. Что это? А, черт! Что это за кристалл такой? Так. Фух, я уж думал, я не могу воспользоваться аптечкой. Так. Ага. Теперь мне нужно вот эти кристаллы уничтожить для того, чтобы у него поле защиты исчезло. Так, есть. Ну да, конечно, еще мне тут зомбаки будут мешать. Ладно, хоть у меня аптечка есть. Оказывается, есть миссии посложнее. И еще один кристалл остался.
Так, патроны мне нужны. Последний кристалл остался. Это самая долгая миссия, друзья. Фак, еще зомбаки тут мешают. О, как ты удобно встал. Сейчас я тебе здесь и завалю. Чувак застрял просто. О-оу. О-оу. А вот это не совсем актуально сейчас. Так, патроны кончились. Но хорошо, что у меня есть очень нужная штука. Да, здесь реально у нас усложняется задача. Давай, давай, красавец, быстрее перезаряжай свое оружие. Ну все, наконец-то. Я так полагаю, нам теперь нужно еще раз активировать терминал. Так, включаем снова математика. Вот так ты лучше. 40%? Вы издеваетесь? Я надеюсь, сейчас еще один такой дрон не появится. Дайте-ка я аптечку использую. Фух, наконец-то. Ты можешь возвращаться обратно. Ну, спасибо, дорогая. Я уж думал, вы вообще меня отсюда не заберете. Друзья, это самая долгая миссия была вообще. И я рад, что я прошел. Я уже думал, она никогда вообще не закончится. Так, классно. Я думал, я вернусь на базу. Так, бери то, что тебе нужно, и вали в телепорт. Ха-ха. Ну, у меня, в принципе, тут и так все самое крутое. Импланты мне тоже не нужны. Что здесь у нас есть? Здесь тоже мне ничего не нужно. Давайте валим в телепорт. А я-то думал, я уже сейчас на базу вернусь. А не тут-то было. Телепортед киборг. Телепортировали киборга. Hey, can you hear me? What was that? Short circuit in the quantum teleport. Where am I? Где я? Найди выход. Do not ask me why. Pistol. Опять пистолет? Your guns are still up there. You're lucky you're not missing any body parts. Ха. Ну просто классика, друзья. Вот это, кстати, меня сейчас радует, то, что такой непредсказуемый просто сейчас сюжет. То есть разработчики могут радовать. Молодцы. За это им респект. О, они обнимались. Извини, что я тебя потревожил, чувак.
Оружие-то не простое, а золотое. Так, патронки. Я так думаю, мне не зря дали прокачанное оружие. О-о-о. Вот так-то лучше. Ха-ха-ха. Вот это мне нравится. Ну где вы, твари? Во! Вот это нормальное оружие. Да, я любитель. Нечестное оружие. О, у него и точка побольше. Ну хоть в какой-то миссии я нехило так подолблю их. Такс. Ага. Здесь что-то ничего нету совсем, только патроны. Куда мне идти, дорогая? Аптечка, которая мне не особо нужна, ну ладно. Так, посмотрим, что у нас здесь. Приложим свой пальчик. А у нас тут лавандосики. Патроны, отлично. Вот это оружие действительно уже серьезное. Так. Надо в какой-то центр нам отправиться. Так, здесь у нас ничего нету. Звуки прям такие, ох, мурашки по коже. Угу, значит, мне нужно было сюда. Так, патроны у меня фул. Ага, сейчас каждую дверь так открывать, да? Я надеюсь, сзади меня никто не идет. Серьезно? Спать. Я что-то нашел. Так, теперь нам нужно части найти для того, чтобы хакнуть тот терминал, точнее ту дверь. Так, следующая дверка. Слушайте, вы, может, мне перекур устроите, а?
Так, я вижу еще одну часть, но сначала я посмотрю, что здесь в ящике. А в ящике патроны и бабло. Но честно, игра, друзья, радует очень. Это настоящий, реальный такой шутер. Ну, не считая всяких Modern Combat и так далее. Здесь и очень удобное управление. И очень приятная графика. Кто еще там у нас? Так. Все. Все необходимые части мы для хакерства нашли. Теперь нам нужно отсюда свалить. Патронки. Так, где у нас тут дверь была? Да, в этих лабиринтах можно запутаться. Вот большой минус, то что не сделали карту. Ага. И? А, все понятно. Сейчас мы соберем. Все отлично. Фак. Ну, мы не можем просто так вот. Ух ты, ё. Я ничего не кидал. Это был не я. Все она нас торопит. Торопит наш донат. Где этот терминал теперь искать? Классно. Мне кажется, я запутался. Так, здесь я был. Здесь я был. Отсюда, наверное, я пришел. Не сюда. Может, мне сюда нужно? Нельзя. А, ну наконец-то нашел я его. Опять математика. Да вы успокоитесь или нет? Well done. Ух ты, ё! And now to the shaft. Ну, здрасте, здрасте. Давно не виделись. А зомби-то все агрессивнее и агрессивнее становятся. Прям даже не знаю, что будет дальше. Да, друзья, мы сделали это. Потерянный в космосе. Какие-то артефакты мы получили. Давайте возьмем перчатки. Ну, у меня и так все прокачано. Я нехило подзаработал себе бабла в дополнительных миссиях, так что проходить миссии проще уже стало. Но вот эти миссии реально были сложные. Это просто путешествия какие-то в космосе. Я рад, друзья, вас снова видеть. Вы прям вообще красавчики все такие. Особенно ты, красотка. Так, посмотрим, что у нас там по миссиям. Не понял. А, то есть мы сейчас прошли
Часть первую историю прошли, классно. Теперь у нас еще, блин, вторая есть. Ну круто, друзья. Ну что, друзья, это было самое долгое прохождение и самое долгое, наверное, видео. Ну что, дорогие друзья, с вами был Фликер. Ставьте большой и жирный палец вверх. Подписывайтесь на мой канал и, конечно же, оставляйте комментарии, как вам это видео. Всем пока!